Приглашаем вас на матч первой испанской лиги. Юрий Розанов и Василий Соловьев на комментаторской позиции. Мы готовы, футболисты тоже, а вы? Ну что, дорогие друзья, начинается только вторая игра сезона, а мы уже наблюдаем дерби. В этом матче на кону стоит нечто большее, чем просто 3 очка в таблицу. Игра завершилась. Количество ударов по воротам, процент владения мячом не гарантирует победу. В баскетболе забивают в кольцо по 50 раз за игру, в футболе порой хватает и одного. Да, из 3-4 шансов не забиваешь свои моменты, значит, будь готов к тому, что можешь даже и проиграть. Да, статистика — это уже для любителей делать всякие разные выводы, для тренеров статистика, иногда даже для болельщиков. Но результат, он складывается не из статистики, он складывается из каких-то совершенно других вещей. Ну что ж, надеюсь, вам всем понравилось. Для вас работал Юрий Розанов. Всего вам хорошего.